Под звук корректирую. Все. Так, ну давай, погнали, блядь, с Богом. Нас будет ждать дрочь. Привет, привет, привет. Адольф тоже передаю привет. Кравклевский. Блядь, я так не хочу это, блядь, приходить. Так, где-то тут я... Нас помнить. Значит, тут я в подвале был, тут я сохранялся. Мне надо будет идти, значит, по какому-то... блять, вот здесь дерьмо запустить диск и получить пизды, блять. Или нет? Или да? Да, точно, диск. Блять, я не хочу. Давайте вы за меня эту хуйню пройдете. Здесь есть слот для диска. Ставьте загруженный диск. Там ставить, вы поместите диск. Пнули, харкнули, что мы только там не сделали. Ну давай. Так, ну я пнул, все. Бля, можно как-то это дерьмо, блядь, сохранить, чтобы каждый раз этот диск не вставлять? Вот как-то неразумно сделали, я бы сказал. Так, давайте всю эту хуйню мы пропускаем. Потому что я его диалоги в принципе, блядь, читать не могу. Он меня нахуй раздражает, мы их уже читали. Ай, блядь, я не хочу нахуй. Мне пизда опять будет. Спасибо за молнии. Так, давай, давай, блять, ёбаный в рот. Привет, привет, привет. Будет две игры сегодня. Голосование, которое там находится, оно будет подольше дней висеть. Мне просто надо понять, какую основную игру сейчас постримить. Потому что такие вот проекты они будут, 100%. Хорош, хорош. Главное, что это был не HP, по идее, он G6 какой-нибудь. Так, давай, давай, да-да. Волновались, поэтому... Давай, давай, три по цене одного, блядь, все это пиздец проходить. Ай, бля, какая пизда. Так, давай, блядь. Погнали, блядь. Мое сердце жаждет битвы, блядь. Заебись. А, господи. Я, блядь, просто не хочу. Такой пиздец. Он так ржет еще, блядь, мерзко. Погоди. Так, значит, ты, действуя, оборвать все... Плюс 7%. Бля, главное получать меньше поебалу. Все будет хорошо. Угу, меньше поебалу, блядь. Прямо, блядь, меньше получил. Вообще пиздец. Ради чуть бы не отъехал. Так, значит, Крис, давай действуй опять. Оборвать все. Погнали. Мистик, тут надо сочетать. Хорошо. Телега есть у нас. Телега все находится в закрепе профиля. Так, давай. Блять. Не-не-не-не-не-не, давай-ка без этого. Тут главное по бомбе не хуярить. Все будет нормас. Блять, Ральзи просто отъехал. Давай предметы. Давай. Соус. Соус. На Ральзи. Ты давай. Мы делаем... так, бублик нет, спагетти кот. И мы хотя бы чуть-чуть подхилимся. Блять, я его нахуй ненавижу, нравится он мне, конечно. Я его нахуй, блять, уже ненавижу. Блять, пиздец. Пиздец, Крис еще отъехал. Ебануться. Так, действие, блядь. Так, давай. Спагетти-кот? Нет, надо какую-то... Вот, хорошую хилку. Так, Райзи, давай магию. Мне надо, чтобы ты сделал целебную волну на Сьюзи, нашу лошадь. Все будет не так плохо уже. А, у тебя у самого, блядь, 2 хп. Надо вот эту хуйню сразу же разрушать.
Как только будет, блять, подходить. Сука. Пиздец, Юзи отъехала. Эта хуйня отъехала. Так, давай, Ральзи. Срочно, блять, надо как-то... Давай, на себя. 100% надо. Потому что это пиздец. Добрый день. Блять, я очень обожаю с ним драки. Пиздец, блядь, Криса. Лошадь просто опять отъехала. Охуенно. Сьюзи, давай на Криса. Так, магия. Давай, оборвать. Тебя плюс 2 давай оборвем. Все будет заебись. Блять, я не хочу диалоги, блядь, читать. Катана Зеро? Сейчас, погоди. Я пизды буду меньше получать. Блять, обморок, обморок. Вдвоем просто отъехали. Пиздец. Че, надо Сьюзи, блять, поднимать, походу. Ральзи попозже сейчас поднимем. Пиздец, блять, какой же он потный, блять. Пойди. Так, предметы. Так. Погоди. SD-бублик на нашего Ральзи. Так, дальше магия. Так, оборвать. У него давай. Хоть так. Пока еще, блядь, живем, ну, блядь, одна ошибка, я ошибся. Кажется, я уже ошибся. Пизда, нахуй. Привет, привет. Сдамся я ли от этого? Нет. Блять, я нахуй не сдамся, я буду долбить его до последнего, блять. Я сейчас пойду, у меня же есть бабки, блять, хотя бы чуть-чуть. Я просто закуплюсь еще хилками, блять. На все, all in, блять, ёпта будет сейчас. Мы сейчас закупимся, и все будет заебумба. Ну, во всяком случае, я так думаю. Я правильно же иду на закупку? Надеюсь, что да. Не, погоди, погоди, пойди, пойди. Сюда я зря попиздохал, мне кажется. Надо налево сейчас пойти. Тут, блять, или прямо я шел правильно. Артём, Максим, передаю привет. Так, хилки, 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 хилки. Мне кажется, я шел правильно, блядь, изначально. Не, погоди, погоди, пойди. Сейчас мы посмотрим. О, тут есть магазинчик. Так, кафе, давай. Так, давай, мы, значит, что у нас есть? 443. Что у нас есть? 37 плюс 100. Так. Хотя бы еще две надо, блядь, больших хилки взять. Так, давай, пойдет. Все, блядь, погнали. Сейчас будет заебумба, блядь, все. Господи, какой это пиздец опять будет. Это же пизда, блядь. Просто, блядь, заебись, нахуй. Так, сохранимся, чтобы без этой хуйни опять было. Чтобы я, блядь, следующий раз за хилками не пиздохал. Так, сейчас погодите быстренько, тут кое-что надо будет мне сделать. Так, блядь, как мне... О! У меня это, очки, блядь, запотели. Их надо, короче, срочно протереть, пока тянулся, блядь, хрустнуло плечо. Кажется, я уже умираю. Так, сейчас, погодите, протрем. Так, все. Сейчас аватар, наверное, там у меня с ума сошел. Сейчас поднастроим его чуть-чуть. Хоп, теперь красавчик. Во. Ну что, продолжаем. В начале сюжета, не-не-не, я хочу, сейчас, я думаю,
получится его пройти. Просто надо постараться выбрать стратегию. Поебаться чуть-чуть с ним. И все будет хорошо. Давай, ставили диск, блядь, все заебись будет. Да-да-да-да-да. Так, давай. Давай, стучи, блядь, все делай. Вот плохо то, что нету вот сразу же, блядь, сохранения. Потому что, блядь, вот опять это вот все пиздохать, и это по тысячу раз, блядь, повторять одну и ту же хуету, блядь. Это пиздец. Давай, блядь. О, заебись. Так, давай. Действие. Давай, обрываем. 7%. Давай. Тут мы что делаем? Мы тут просто их можно обычными атаками, блядь, вырубить. И все будет заебумба. Вообще просто нахуй увернуться от них можно. Крис, блядь, уже сразу же половину ебала потерял. Оборвать все. Так, первую атаку можно просто увернуться. Все, понял. Блядь. Крис минус 61, 45, предметы, давай, короче, большую хилку на Криса, магия, Ральзи, давай, обрываем, 17% пока оборвали, нет, стрим только начался, я просто, блядь, заебусь это все его считать. Заебись. Так, дальше. Действие, давай. Под действие. Проверить. Вот, 7. Вот я не пойму вот эту вот атаку. Вот что делать, вот когда вот он тут просто звонит. А, нет, тут я понял, что делать. Тут главное просто их уничтожать. Блять. Пизда. Так, что у нас здесь? А, значит, давай. Мы госслуги, значит, на Ральзе. Ты оборвать? Заебись. Он, блядь, пиздец ебашит. С Адольфом вроде все хорошо. Вот тут я, блядь, не пойму, что делать. Тут же должна быть ебучая загадка. Типа тут просто, блядь, уворачиваться или просто его, блядь, пиздить? Мне кажется, просто, блядь, уворачиваться надо. Так, давай, магия, оборвать. Так, Радзи. Целебная молитва. На Сьюзи давай. Заебись. Лошадь, блядь, хотя бы уже цела. Я не хочу, блядь, смотреть тебе в глаза, блядь. Я считаю тебя гнидой, я тебя, блядь, не уважаю. Так, давай. Действие, давай. Нет, не атака. Действие. Оборвать все. 7%. Три процента еще. Предметы. Давай покилимся всеми. Дальше. Магия. Оборвать. Окей. Не стоим большим. Так, хорошо. Буду ждать ответа на загадку. Так, оборвать. 40% пощады. 42 уже. Во всяком случае, лошадь у нас жива. Блять, как же он хуярит, а? Так, давай. Криса мы хилим. Дальше Ральзи. Целебная мольба. Так, на Сьюзе. Все, заебись. Блять, за 3 бакса за душу.
Блять, пизда, он сносит, конечно. 53 еще под конец. Так, предметы, давай. А, есть что-то еще? Спагетти-кот? Сьюзи. Давай, короче, оборвем у него. Ральзи. Тоже давай, оборвать. Все, заебись. Хотя бы Ральзи живой, эти потом будем смотреть там, что будет. Привет. Блять. А! Так, минус 53. Так, давай. А, значит, на Сьюзи, Ральзи, целебная мольба на Криса. Да. Заебись. Так, действие. Давай, оборвать всем. 7%. Так, давай. Я играю через джойстик. Блять! Сука! Почему shift и стреляй? Хорошо, я попробую. Я типа не через клаву, я через джойстик. Shift и стреляй. Еще раз. Ой, господи, когда я тебе это пройду, блядь. Я это пройду, блядь, дерьмо. Когда-нибудь. Давай, битва, блядь. Действие. Спам-бомб. Ты будешь бесконечно ультовать. А, очень мало пока людей. Я отвечаю. Но чем вас будет больше, тем больше шансов, то, что я туда перейду. Кстати, все ссылки находятся у нас в этом, в профиле в шапке. Так, давай, действие. Оборвать всем. Блять! Пиздец. Так, что у меня получается по ебалу? Крис. Я думаю, выдержу. Нет, не битва. Оборвать все. Еще 7%. Потом будет хиляться. Блять. С этой плюшкой вообще был не согласен. Заебись, еще 3%. Так, давай, действие. Нет, не действие. Надо подхилиться. Самого себя. Ты у нас хилишь спагетти-кот. Да, спагетти-кот. Ральзи. Подхили сейчас никого. Может, еще один спагетти-код использовать? Давай, короче, чтобы мы были спагетти-код. Типа вообще максимал. Все, заебись, надо было просто на сьюзе все сделать. Типа я потратил, наверное, бездарно хилки. Стой! Блять, пизда нахуй. Так, давай, предметы. Нет, нахуй, не предметы. Мы сейчас оборвем все ему. Тут я не буду его атаковать. Нет, тут походу надо было его атаковать. А, легкий. Для меня он отлично, вот нелегкий. Как говорится, конечно, есть, блядь, азиат, который пройдет его под пивом, блядь. Но я явно не он. Просто с первого раза, блядь, без потери хп. Пиздец.
Так, что у меня здесь? Предметы. Спагетти-кот. Предметы. Так. Давай на Радзе. В следующий раз буду их хилить. Блять. Да сука! Все, 3%. Так, дальше. Предметы. Так, давай, Крис. Надо Сьюзи сейчас подхилить. Все. Блять, еще раз. Да. Хорошо, я нажму вот сейчас во время действия F1, хорошо. Хорошо, я нажму. Фу, ну давай. Ничего не произошло, блядь. Ага, ничего, блядь, не произошло. Хуйня, блядь, произошла. F1 во время действия. Не знаю, там часа два. Так, давай. Время действия F1. Что это? Все это время можно было, блядь, тебя хилить? Ебать, я тупая олуш, блядь. Спасибо, господи, святой тебе человек, а. Это постоянно можно так делать? Или это один раз можно было делать? Так, действуй давай. Оборвать все. Три раза. Понял, спасибо. Блять, нет, 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 нет. Так, давай. Что сейчас стоит? Давай, F1. Во время действия, F1. Не, не получается сейчас. Так, давай, спагетти-кот. Спагетти-кот. И магия. Ага, которой нету. Так. Не, когда магия, и оборвать. Все, нормально. Хорош, 1000 подписчиков. Хорош. Тоже жду, когда мы... нас будет побольше. Так, хорошо, 3% взяли. Действие. Оборвать все. Давай. Это тебя, блядь. Гнида. Блять. Ненавижу эту хуйню. Так, давай. Вот давай. Не получается, это один раз только можно. Ходу. Так, предметы. Давай. Спагетти-кот. Ты у нас. Предметы. Есть еще один спагетти. Ну, значит, ты будешь нас обрывать. Ты у нас. Целебная. Дай на Сьюзи. Все будет хорошо. Во. Давай. Вот эту вот атаку я у него вообще, блядь, не понимаю. Он типа отодвигается дальше. Так, давай. Повинет, не атака. Действие. Оборвать все. Давай, блядь, обрываем нахуй. Shift и Z. Блять. Нет, мне так неудобно. Я неудобно так, честно. Так, погоди.
Жостика, да. В этом прикол. Я буду с жостика, я привык уже. Жостика, я пойду с жостиком. Пойди. Так, предметы давай. Кадзи. И Сьюзи потом подкинем, и все. И на класс. Так, давай, реакция мангуста, блядь. Сука. Так, чё у меня? А я оборву сейчас, блядь, всё ему. Я всё равно его, блядь, задрачу. Так, давай. Предметы. Так, на кого можно? На Криса? Так. И... SD-бублик. Давай, на Сьюзи. Блядь. Блядь. Пиздец. Крис, блядь, на... Вообще, блядь, на... Короче, походу будем переходить еще. Во. Дай бог, если это еще один раз. Так, погоди, нет. Я думаю, короче, магия оборвать. Все будет хорошо сейчас. Так, давай. А, значит, на Криса ты у нас делаешь на Радзе. Вот так. Но, блядь, она реально танк у нас. Пиздец. Так, действия? Не-не-не. Предметы. Чё у меня ещё есть? Давай, короче, на Сьюзи. Сьюзи, тащи. Чё, блядь, КП уходит в минус, блядь, это просто охуенно. Блядь. Всё. Ещё раз. Сисадмином я работаю. Промолчу где. Меня уволят, чертям. Так, идём. Ещё раз. Так, давай ещё раз диск. ЛТС, ЛБ, РБ, ТСТ, реально. Хорошо, пробую всякие ЛБшки там поднажать. Так, давай, блядь, вниз. А Сабнафтику я не знаю, честно, как-то... Игра хороша, но, боюсь, не для меня. Я видел, как моя проходила. Поэтому как-то... Ей зашло мне как-то так. Так, нормас. Действие. Оборвать все. Бать, я осознанно прихожу, что ли? Пойди так, действие. Оборвать все. Еще раз. Ебать, я пока даже дошел. Фу, Канта Зера. Посмотрю. Я прости, пожалуйста, ты... Знаю то, что просил ЛБ с РТ посмотреть. Ну, я просто, блядь, не успеваю. Ебать, просто пиздец, как я прохожу. Как же я живу сейчас?
Пойди. Так, действие. Я сейчас попробовал понажимать. Дай всем. Так, давай, короче. Действие. Угу. Так, давай, Йо. Ты, значит, делаешь у нас магию оборвать. Так. Ага, так, ты делаешь у нас магию. Что делаешь? Давай-ка ты Криса подлечишь у нас. Да не так давно стрим идет. Нет, наверное, 15-20. А, блядь. Носы, блядь, всякая хуета. Так, что у меня? Предметы, Крис. А, ага. Так, Сьюзи нормально пока. Хотя, может, она подхилить у нас. Она... Не знаю, стоит сейчас реально захилить или нет. Нет, давай-ка ты пока вот так вот сделаем. А ты, целебную мольбу сделай на себя. Вот так вот сейчас разрулим. Пока неплохо. Давай, блядь. Почти. Нахуй, хорош. Еще 3%. Так, действие. Всем, блядь, оборвать его. Реально очень долго, но... Да, кстати. Я уже понял то, что это... бесконечница по типу, блин, Майнкрафта. Так, погоди. Значит, здесь что мы делаем? Давай, короче, вот так вот сделаем. Ты оборвать. Радзи, не битва. Оборвать. 4% еще добавили. Пока живем, блядь. Блять. Нахуй вот эти трубки, блять, пиздец, они отвлекают. Так. Так, короче, предметы. Спагетти код. Предметы. Два спагетти кода. Ты у нас делаешь. Оборвать ему все. Заебись. Так, идем. Так, во время действия нажать F1, да? Так, оборвать все. Вот как оно. Он сразу же по несколько снарядов выпускает. Ну, блядь, это тоже надо затрачивать прямо. Так, предметы, спагетти-код. Ты у нас делаешь. Предметы. Давай еще один спагетти-код. А, нет, бублик. Давай, короче, на кого? На Криса сделай. Ты. Целебная мольба на себя. Это будет заебато. Ебать, я хилю нахуй. Вибрации микрофона все равно улавливаются, я все равно издаю какие-то такие легкие непроизвольные звуки, когда получаю пизды, блядь. Поэтому такое бывает. Так, что у нас здесь? Два действия. 65. Надо срочно, блядь. В смысле, их двое стало? Трое? И как я эту хуйню, блядь, буду проходить? Пиздец. Предметы. Так, давай, короче. На Криса. С тобой что?
Он залагал. Так, давай. На Сьюзилу теперь воскрешаем. Я не буду тебя принуждать, я не могу принудить это. Но просто гляди, Крице, лицезри, мощь Нео, задавай вопросы. Ну хочешь ли? Разве ты не хочешь успешно выстрелить? Что это, блядь? Блядь, доллары эти! Ебать! Что это, блядь? Блять, ну нахуй. Так, давай на Ральзе. Магия. Оборвать. Два. Сказать агу ага и сдохнуть, блять. Так, три. Что у меня есть по предметам? Бублик есть. На Сьюзи тратим. Магия. Оборвать. Магия. Целебная. Дай-ка ты на себя сделаешь. Блять. Пиздец, так. Чё, у меня больше нихуя нету, а значит, единственное, что осталось, это оборвать. Так, давай, магия, оборвать. Пиздец, нежный вкус Нео. Блять, опять матрица нахуй пошла. Так. Действие. Оборвать. Так, давай. Оборвать. Магия. Оборвать. Все! Я прошел! Блять, погоди! Не спеши! Мои провода, их почти не стало. Крис, ты даришь мне мою свободу? Крис, после всего, что я сделал... Бля, какая ты гнида, я бы тебя бы убил бы, блядь. Вот знаешь, цветочек флауре, блядь, есть. И есть ты, нахуй. Вот вы на одной, блядь, ступени у меня. После всех несбавочных сделок и бесплатных кромер, которые я тебе предоставил, ты наконец-то оплатишь мне щедростью. Крис, теперь я понял, наилучшая сделка из всех. Дружба! Крис, мои дни в качестве длинноносой куклы сочтены. Порежь этот провод и превратив меня в настоящего мальчугана. Пиноккио, блядь, недоделанный. Подумайте ли вы, небеса, настало время для абсолютного возвращения спамбота. И в этот раз я буду жить для себя. Нет, для себя и своего их друга, друзей. Ну, поехали. Смотри, как я летаю. Мамочка! И чё? Умер. Блядь. Суициднулся, нахуй. Это, блядь, попытка, наверное, четвертая, наверное, сегодня, или пятая была. Блядь, ёб твою мать, я прошел. Похоже, что я так и не смог быть кем-то, помимо простой марионетки. Но вы трое, вы сильны. С такой силой, возможно, троем вам удастся оборвать свои собственные нити. Позвольте мне стать вашей силой. Раунд дал свою частичку. Вы получили теневой кристалл. Вы получили сделанные очки. А хилки ты мне не хочешь, блядь, вернуть все, которые я на тебя потратил, блядь? Пизда, блядь, нахуй. Я все, блядь, в него въебал. Пиздец. Ну нахуй, блядь. Сохраниться. Так, а чё, теперь куда пиздохать мне? Типа я все, я его типа отпиздил. Там дальше есть куда пойти пиздохать или нет? Пасхалку? Расскажешь. Ну давай, я жду. Куда тут теперь погодите?
Типа, назад? Мне в замок пиздохать? Там что-то произойдет? Не, пускай скажет пасхалку, интересно же. Так, что тут у нас? А, тут нихуя же точно. А, королеве, все понял. В смысле королеве? У меня ебала нету, какая нахуй королева? Я, блядь, представляю там, что будет, блядь. Пизда, блядь, будет нахуй мне. Ну, пиздохаем. Свися, а что ты остановилась? Многоточие. Эй, так, мы серьезно? Не будем об этом всем говорить? А хули говорите, блядь? Как будто первый раз в этом пиздеце оказались. Это было чертовски странно. Марионетки, нити, руки. Какого черта все это значит? И то, как он просто сломался. Ага, блядь, просто так. Я не думаю, что это что-либо значило Сьюзи. Похоже, он просто был поврежденной программой. Он стал нашим союзником. Поэтому давайте просто примем это за должное. Блять, ну что тебе надо? Крис, у тебя мурашки по коже. О, на коже, а. Ты в норме? Да, блять. Чё, первый раз? Если думаешь говорить это с натяжкой, то я не буду думать, ты в порядке. Эй, Радзи, думаешь, что Крис в норме? Да в норме я, блять, отъебитесь. Ну небольшое шоковое состояние имеется, но Крис не хочет, чтобы мы волновались. Так что давай пока не будем оказывать моральное давление, блять, спасибо. Крис, я позже испеку для тебя торт, хорошо? Да, без проблем. Я даже могу сделать это, его шоколадным и рисковым. Коричным. Какой захочешь? Ну, урчание в желудке появилось, но видимо, что мурашки на коже никуда не пропали. Крис, если тебе холодно, я могу поделиться с тобой своим шарфом. А, или уверен, что Сьюзи может... Дай мне лучше то, что может согреться, желательно в 40 градусов. Что? Нет, нихера, я не отдам тебе свой жилет. Ты делаешь меня хладнокровно, я сожгу вас, болваны, для получения тепла. Сьюзи, слишком поздно, я уже представляю вас в виде ароматизированных свечек, пахнущими идиотами. Хе, Крис от этого улыбается. Пошлите. Блять. Автоматизирует ту свою статую, ну нахуй, не. Так, пиздатая музыка. Чё, куда, сюда? И дай-ка ещё, блядь. Определённой силой, да. Всё. Чё, куда, сюда, блядь, пиздохаем, или куда теперь? Так, чё, тут не открывается? Позже, да? Закупиться? А чем я закуплюсь? У меня, блядь, 43, блядь. Чем я могу, блядь, закупиться? Вот видишь? Ничем я не закуплюсь. Все, нельзя мне ничем закупиться. Да. Это официальная игра. Есть же там еще... Много вы говорили, каких есть. Я правильно иду? Продай все, что есть, если можно. Хорошо, давай посмотрим, что у нас тут есть вообще из лута. Так, что у нас? Давай их пока приоденем. Может нахуй? Что у тебя тут есть? Вот так вот. Делаем. Ты идешь вот так вот. Так, у тебя что тут? Ага. Вот так вот, я думаю, и сделаем. Так, еще раз сохранимся сейчас. Продай Криса. Хорошо, я продам вещи. Думаю, мне это намного не хватит. Так, продать. Продать предметы. Бит снаряжения. 50. Да. Продать оружие. Вопрос. Это все предметы, которые у меня не используются, или надо выбирать? Продаю органы, продаю вещи. Не, серьезно, вот эти вещи, они просто у меня лежат в инвентаре или все используются еще? Вот деревянный меч, нахуй. Это нахуй.
Так, погоди, броню. Похоже, у вас нет ничего. Хорошо. А, не используется, все, блядь. Значит, пизду. Вроде как все. Воскрешающая мята. А, у меня это еще есть тут? Типа темная конфета нахрен идет. Че еще? Воскрешающая мята. А где мне взять сейчас вещи из хранилища? Давайте, как так купить? Так, давай. Выйти. Так. Пойди, где у меня хранилище вещи? Я хочу, блядь, перенести их. Так, навыки. Что за навыки? А, это так. Здесь. Так, где мне пойти к хранилищу? Там специальный отсек для вещей. Нет. Это просто у меня тут навыки, вещи. Нет, используют. Нет. А где этот отсек? У чекпоинта? А, вот хранилище. Давай возьмем. Как мне перейти к хранилищу? А, вот. Так, я хочу взять. Вот это вот так дальше. Так, мне надо вот это взять. Пойди. Вот это, блядь. Нахуй я хочу взять эту хуйню? А почему я не могу взять, погоди? А, ну все, берется. О. Все, понял. Я тупой просто. Так, вот. Все, заебись. Все, может еще раз сохраниться? Так, погоди. Особняк, все, сохранится. Так, куда дальше пиздохать? Привет, привет, привет. Где там, какие стримы? Готовенькие стримы, если что, находится ссылка в Ютубе. То на Ютуб, точнее, находится в шапке профиля все ссылки. Так, куда мне дальше пиздохать? Чат, помогите. С помощью торрента. Вроде наверх. Хорошо. Давай, наверх пойдем. Чувствую, в телегу нам будет кидать, да, ссылку. Так, ну вот, наверх я попиздохал. Сейчас, давай. Ага, подальше. Блять, какого хуя, 12 получил. А чё Радзи? Камику уважают, но я вот тут был уже. Блять, Сьюзи опять, блядь, хуярит всю керамику. Пойдите, так я правильно иду или нет? Мне кажется, я нихуя неправильно иду. Какую-то хуйню и занимаюсь, мне кажется. А, там, погоди, там кто-то бежит. У вас нахуй. Кошка, блядь! Фу, так, заебись. Правильно? Ну хорошо. Так, о. Заебись. Так, тут все нормально. Вниз опять идти? Вот, вверх, погоди, значит, я что пропустил? Вверх. Так, назад. Так, сюда наехать я не могу. А, вот, все. А, блядь, опять ебливые кружки. А, блядь, вопросов нету. И тут уворачиваться от этой хуйни надо будет. Фу, я думал, это надо было собирать. Так, ну вот, мы опять тут.
Блять, мыши без париков. Отвратительно. Так, ну и чё, куда теперь? Так, сюда? Типа тут, я помню. Но мышь тут все сожрала, я их отпиздил. Нет, не сюда, значит. Погодите, куда пиздохать, блядь? Просто иди наверх. Сюда, блядь, что ли, теперь? Просто иди наверх. Нет, мне кажется, я пришел явно не туда. А вот секрет, секрет. Я предложу несколько, но я попозже скажу, какие две. Блять, ну, мне кажется, я не туда пошел. Красной картине. Блять. Заебало, блять. Дыхни, блять, и пропусти, ёпта. Орбит, блять, уебало бы тебе кинуть. Красной картине. Все, я подошел к красной картине. И шо? Сюда? Туда? К другой. Где? А где другая красная картина? Так, что там? Блять, я запутался. Они находятся, получают шапки профиля. Телеграм, ссылка на YouTube, на Twitch. Кстати, я ее починил. Погоди, так куда? Да, сегодня он ночью, кстати. Ну, для меня в 6 утра он выйдет полностью. Все, видосики заливаются, обрабатываются. Я просто стараюсь их выпускать сразу, ну, в качестве хотя бы. Ну, не 4К, но хотя бы в 2. Вот, поэтому на обработку куча времени уходит. Каждое видео весит по часу вот идет. Весит по 32 гигабайта. Ну, жесть. Так, вопрос. Так куда все-таки пиздохать-то, самый главный? Бля, попался. Нет. Или да. Тут, блять, поварята эти ебливые. Вот красная картина. Налево. То есть вот сюда, блять? Если я наверх пойду, там же будет херня. Там опять будет то же самое. Я вернулся. Так, пойди. Блять. Тебя плавники белые. Так, да вопрос, погоди, налево. Вот сюда вот налево. Спасибо. Там ничего нету. Там вот. Все вот. Хоть вот так вот пойду. Все, вот, просто я вернулся назад. Значит, я что-то пройду. Мы сейчас все равно найдем путь куда-то идти. Этих еда опять. А, вот другая картина, погоди. Кто писал про другую картину? Вот это. О. Так, кажется, мы отблудились. А что здесь у нас? Тут я еще не был. Тук-тук, блять. Она закрыта. В чем вообще дело огромной пустой комнаты? Добро пожаловать на мой экстремальный банкетный... Блять, что? Только под одним из этих вкуснейших подносов есть ключ. Я уверена, что его поиски окажутся для вас увлекательной игрой с удачей. А и как, черт побери, мы все их обыщем. Значит, смотри, подпишем каждый по номеру. Каждому присвоим номера. Ладно, давай, короче, как-то вот так вот сделаем. Каждый будет отвечать на свой номер, как вы смотрите. Ошибка, из-за так ключ не найден. Возможно, вы в виду сдаться. Все потом снова перемешались. И как мне, блядь? Моя вероятность какая, блядь? Пиздец. Ёпта. Ошибка, из-за так ключ не найден. Возможно, вы имели в виду сдаться. Пиздец. Открывай сейф, ищи собаку с собакой под нос. Окей, блядь, собакой под нос, что, блядь?
хорошо, я доверюсь. А, вот! Эй, под айподосом что-то есть. Пёсик, не пытайся от нас бежать, ты мелкий. Хуя он. Эй, погоди секунду. Ебать, он пушком гонка, блядь. А, тут можно вот так им управлять? Ёбаный в рот, поехали. А, хе-хе, прикольно. Блять, о, нашли. А вот и ключ, теперь нам нужно... Он его сломал. Что? А, он дверь, блядь, сломал, на похуй, блядь. Просто буквою похую, блядь. Ха-ха, было ли это потрясающе или как? Ну, помимо выпиющего разрушения. Пошли, Крис, мы уже почти у третьего этажа. Заебись, блядь. Нахуй, блядь, это большой пес. Как в этом. Как в прошлом видео, блядь. Было там в Undertale. Так, иди ты нахуй с своей керамикой. Пойди, тут что-то. Пойди. Она катится на него, и он убегает, типа. Блядь. Ну давайте, попиздимся. Так, значит, первого надо. А, утеплить. Так, дальше, магия. Полутёплый. Да, вот так вот будет. Полутёплый, магия, полухолодный. Давай на этого. Поменял цвет на желтого. Теперь он оранжевый. Мятный чай. Теперь он стал оранжевым. Блять. Ебать, сколько птиц. Так, сколько вопросов можно сделать к пощаде? Нисколько, блядь. Так, давай. Действие, значит, этот... Надо его охладить. Ты, значит, магия полутёплый. Давай попробуем вот так вот. Ральзи полухолодный, давай. Заебись, все. Все, теперь можно всех, блядь, щадить. Привет, привет, привет! Квас. Так. Шафы. Все он желтый. Так, теперь он вот так вот идет. Хоп, блять. Так, давай, кого можно пощадить? Всех троих. Пощада. Пощада 2. А, пощада номер 3. Заебись. Что бы я их всех 5 сейчас соберу? Вот что будет? Все, 5 из 5 пополнено. 400 баксов. Заебись. Сьюзи, давай, разъеби эту керамику. Ой, ну я сам неплохо справился. 5. Пойди. Мне интересно, что секта это за дверь. Подносики. Господи, это поднос-призрак? Блять, ну нахуй. Нахуй я его, блять, открыл. Блять, ебаный в рот. Блять, нахуй такие игры. Ой, я опять керамику разбил. Так, что тебе надо? Так, заебись. Так, кстати, поменял свой ландшафт. Хорош. Идем. Не будут замки тебя тусить. Нужно, чтобы все стало красным. Все стали красным. Но они уже все стали. Блять, ненавижу ебучие кружки. Нас чаем напоили? Что? Сьюзи, какого хера? Какого хера ты не в чае? Пиздец. Чё за хуйта, блядь? Здесь есть книга о предотвращении бэк-тренинга. Окей, блядь, очень полезная информация. Ебать его, бро. Птицын. Крис, Сьюзан. А, рад, что вы прибыли целыми и невредимы. Итак, дайте поторопимся. Кинул нас, блядь. Здесь есть потайной проход на крышу. Там мы сможем воспасти леди Ноэль. Лады. Сейчас она отпиздит. Пошли, Крис. О, Крис, Крис, ты. Крис, ты и твой лакей. Отвлеките королеву. Пошли, Сьюзи, лишь мы вдвоем. Ха-ха. Ладно, пофиг. Уточка. Крис, ты считаешь меня своим лакеем? Разумеется.
Правда, я рад, что это слышать. Я никогда раньше не был чьим-то лакеем. Так, сохранится нам на удачу. А Сьюзи и Птицам пошли вместе в книжную... червоточину. Вы наполните силой книжных, книжной червоточины, блядь. Заебись. Так, а мы идем сюда. Как кино, блядь, долбоебы. Блядь, пиздец. Я это пройду, блядь. Попкорн есть? Это сегодняшнее развлечение к ужину. Я слышал, оно называется «Рождение фонтана». Какое элегантное название. Пиздец. В последнее время королева была очень заинтересована этим видео, где рыцарь создает фонтан своей собственной рукой. Ну, помимо самых смешных домашних видео кибер-огорода. Окей. А, рыцарь создал фонтан и этот мир. Он может быть даже могущественнее, чем сама королева. Ну, и это пока... Окей, блять. Смотрите, блять, фильмец. Долбоёбы. Так, идем. Это что, это река Мочи? Гигантское кислотное озеро. О, ты имеешь в виду бесплатный бассейн? Вы научитесь любить его, как семья. Зачем он вам нужен? Это источник энергии моего особняка и кислота, и кислоту весело пить. Пока, ха-ха. Как нам его пересечь? Блять, с богом нахуй. Мне кажется, никуда не сработал. О, лебеденок. Я полагаю, так тоже можно, ха-ха. Какая музыка? Ты можешь как-то, блядь, быстрее, блядь, быть? Ёпту. Теперь нам нужно потом, каким образом мы сможем отвлечь королеву. Домики. Ого, я сейчас так отвлечена? Блядь, посмотрите, это маленький мир. Что это, маленькие домики? Тропические виллы для моих костей, как я, какая заботлива и как, как-то каким-либо должно быть уместиться. Сожмутся от кислоты. Крис, бери банан. Крис не, не станет вас слушать. Ага. Ничего страшного, Крис. Он для тебя полезен. Я знаю то, что у них фетиш, блядь, на бананы с калием. Хули нет-то, когда да. Надо заботиться. Блядь, маленькие замки, дворцы. Похоже, мы приближаемся к туннелю. Прямо свой такой маленький мирок, блядь. Да, Капхэт, почему нет? Я люблю его. Особенно, блядь, там получать пизды, блядь, какой-то русалки. Все. Въебался, блядь, наш лебеденок. А здесь что-то преграждает путь. Возможно, мы сможем найти какой-либо способ, чтобы от нее избавиться. Ну давай, блядь. Так, ебучий пазл. А, нет, это мостик. Пойди, а чё? Понятно. Вопросов нету. Так. Ага. Так. Дальше тут. Вот так вот. Тут. Ах ты, сука. Опять ебучие пазлы, блядь. Может так, блядь, и все? Понял. Можно и так, да? Блядь, а что это там плавает? Ладно, я не буду узнавать. О, типчик. Шо, блядь? Тебя что-то озадачило, блядь, сука? Окей. Благодарю вас за оказанную помощь. Я пришла, чтобы убраться по мелочи, но я не смог там ее уместить и застрял. Окей. Бывает. Ты главное бицепсом поменьше думай, и все будет хорошо. О, керамика. Сейчас Сьюзи просто придет, блядь, ее расхуярит. А что, можно несколько керамик взять? Смотри! Я сброшу нахуй твою вазу. Ах ты, сука! Полагаю, в этот раз я могу закрыть на это глаза. Ладно. Лебедь помялся. Русалку, да, есть такое. Так, погоди, мы освободили долбоеба. А дальше что? Ты же, блядь, не просто так это все делается. Окей. Ну окей, вот там, наверное, может что-то сделает за это. Нихуя он не сделал, он, блядь, бесполезен. А ту, блядь, хуйню открыть, да? Так, мы сейчас вот так вот сделаем, хорошо. Мы сделаем по-умному. Так, эту хуйню мы вот так вот делаем. Так,
Ага. Может, так надо? Маленький замок. Похоже, это, что этот замок находится в долгой осаде. С кем, блядь? Так, давай, блядь. Буги-вуги, нахуй. Шикарный танец. Твои действия. И на второго. 50-25. Блядь, лазеры, бластеры, блядь. Все подряд. Действия. А, буги-вуги. Ты, П-магия. Так, все. Мы сейчас одного опустим, второго буги-вуги сделаем. Блять. Так, не, погоди, действие. А, буги-вуги, а вот у этого пощада пускай будет. Все, заебись. Все. Так, нормас. Хорошо. Все, вернулись. Так, пощада. Второго, погоди, Райзи тоже пощади его. Все. Еее! Два высших. Вы открыли сундук с сокровищами внутри, воскрешающая пыль. Предмет воскрешающая пыль был добавлен в раздел предмет вашего инвентаря. Окей. Все это ради ебучей пыли. Ради домик можно было перекрашивать один? Я типа вот должен эту хуйню открыть? Типа погоди. Я должен тогда домик, блядь, как-то открыть. Может, тут как-то можно еще? Нет, нихуя. Нихуя. Так. Пойди. Давай будем разбираться с тобой, как можно эту хуйню все сделать. Так. Вот эту хуйню мы должны открыть. Дальше. Дальше, погоди. Блять, я нахуй что-то запутался. Я понимаю, это же не тот как-то надо, блять, открыть. Но я, блядь, делаю, он закрывается. Типа, блядь, тут должен быть ебаный фокус. 100%. Пойди. Тут же должен, блядь, быть способ какой-то неебический. Блять. Я долбоёб, я понял. Все. Я понял то, что я кретин. А, ну блять, а я, погоди. Я типа вот это вот открою. Я типа его открою. А я отсюда не выйду. А, нет, выйду. Все, заебись. Типа я вот это открываю. Теперь, погоди, вот этот. Блять. Не этот домик. Вот этот домик идет вот сюда вот. И этот домик теперь делается вот так вот. Второй делается вот так вот. И дальше проходим, блядь, заебись. Гений. Так. Погоди, блядь. Опять ебаные пазлы, блядь. Ну давай. Мы же нашли $1. Заебись. Так, погоди, блядь. Так. Чтобы не запутаться. Погоди, значит, эту вот хуйню мы должны как-то расставить. Куда они должны... А, они должны засеять все домики. Погоди, вот эта вот хуйня, она бесполезна. Наверное. Погоди, что поменяется? Во. Так, и должны быть еще один домик. Они вообще... Верхние они еще должны быть. Звучит так, будто бы подняли мост. Хорошо, блядь. Охуенно. Что дальше? Рычаг. Вторая рука. Я не дадут пятюню? Блять, кто бы, сука, сомневался? Похоже, эта рука больше не прекращает путь. Охуенно. Лебеденок, пошли, блять. Нас ждет неебическое с тобой путешествие. В нашем, блять, прекрасном судне. Идешь от заложников. Передаю привет Адольфу, графу Клевскому. Так, давай. Плывем на лебеде, все хорошо будет. Никакой агрессии. Все будет хорошо, ни единого матюка. Та-там-та-там. Крис, эй, Крис. Не странно ли, что мне нравится вот так проводить с тобой время наедине? Взаимно.
Я рад слышать такие слова от тебя, Крис. Когда мы впервые встретились, я так волновался по поводу первого впечатления. Я даже прятал свое лицо, чтобы вы его не увидели. Как мне вообще быть другом? Я думал, что все это нужно делать, это просто быть милым. Но я начал понимать, что быть друзьями – это вовсе не о том. Так ведь? Сьюзи иногда вообще не милая. Она эгоистичная, она грубая, она язвительная, блядь. Но разве это не замечательно, что она остается с собой? Да, это хорошо. Это то, о чем я начал сегодня размышлять. И разумеется, Крис, это хорошо, что ты – это ты. Заебись. Хорошо, что Ральзи — это Ральзи. Никто мне раньше такого не говорил. Ну, для меня все впервые, но слышать это от тебя, многое для меня значит. Ха-ха. Я просто думаю, что вообще значит быть как Ральзи. Извини, ха-ха. Что-то я совсем отошел от темы. Давай просто насладимся поездкой, Крис, ха-ха. Да, на этом ебучем лебеде. Да не лицемерно, он хороший, блядь. Ого, Крис, посмотри на все эти домики. Интересно, что будет, если мы поменяем их цветами? Ку-ха-ха-ха, вы, черви, в самом деле подумали, что есть и последнюю каплю, что? Блядь. Йо-хо, сухопутные крысы. Ар, вы готовы посетить рудник Дэви Джонса? Не могли бы вы говорить только с одним акцентом? Ладно, окей. О, мистер Пратт, только вспомнил Лансеру, его нехорошо. О боже, мы есть помочь сгинуть, поможет быть, давайте ему глотнуть средникового имбирского эля. Погодите, если у меня нет времени на силикомыслие, Айс должен захватить остров, одолеть вас. Замей подарочество ей сочинение подарочный остров, блять. А лепотная королева наградит меня. Сделав меня свою левой рукой. Ха-ха-ха, меня своим высшим приспешником. Теперь трепещится форма вашего разрушителя. Чем бы себя не было. Да, опять. Ха-ха, корчится, пожалуйста, от моего бьющего кармана. Сия статую древнего бога бить. Я спас сию статую кучу мусора короля. Я починил ее злодеющей лавке металлолома. Вообще-то, ну, на самом деле, это дизайн, от которого мы отказались. Надо сделать, наверное, потише. Ха-ха, вскоре вы будете себя чувствовать отказными. Блять, не понимаю, нахуй. Так, давай бой, блять, на уточке. Кстати, это же, блять, машина, которая должна была надрать нам зад. Точно, блять. Так, где есть ты? Блять. Взять дом, блять. Магия, отвлечь. Давай. Так, взять дом, блядь. Какой дом? Ну вот этот, блядь. А этот? Что дальше? Готово. Ради отвлекать внимание, на следующем ходу пройти построить на один ход меньше. Нас ждет ебучий игра. А правила производятся как правило. Есть простые. Захватывать дома, у кого есть больше всего, выигрывает. Хорошо, давай. Блять. Так, давай. Надо действие взять дом 2. Так. Магия. Отвлечь. Отвлечь. Так, давай. Вот я хочу взять вот этот дом. Допустим. Заебись. И взять вот этот дом. Все. Готово. Разве отвлекает внимание, но безуспешно. Скоро я побежду, одержав выигрыши, и королев сделает меня правой рукой. Блять. Пойди, давай без этой хуйни, а. Блять. Пойди, нормально пока. Так, действие. Взять дом 3. Мы пока побеждаем вроде по домам. Во, мы 3 дома, блять, взяли. Типа мы захватим его и маневренность у него уберем. Мистер правитель, а что будет, если мы выиграем? Йо-йо. Блять. Так, заебись.
Так, действие. Взять дом. Магия. Отвлечь. Отвлечь. Так, какой дом я хочу взять? Давай вот этот я возьму дом. Я хочу ему прекратить путь. Готово. На один дом меньше. Хватит, хватит строить дома, я должен победить. А, блять. Сука, на тридцатку аж. Так, что у меня еще есть? Так, действие. Давай. Взять дом 2. Так, 2 дома. Так, отвлечь. Отвлечь. Так, я хочу взять, значит, какой мне надо дом? Я хочу вот этот дом взять. Я хочу вот этот дом взять. Типа вот эти 2 дома я хочу взять. Давайте затыкать внимание, но безуспешно. А, скиньтесь с левой палубы. Так, блять, опять мечи. Так, заебись. Так, дальше, действие. А, взять 2 дома. Так, Радзи, давай, короче, магию. А, нет, нельзя. Предмет, давай так. А, блять, вообще неохота, ну. Давай, не, пока не будем. Магия, отлично, давай. Так, я, значит, хочу вот этот дом взять. И хочу взять... Наверное, вот этот дом. Да. Ну, вроде у нас больше пока домов. Вперед, мой караван. Блять. Блять. Сколько я еще должен домов, блять, захватить? Так, магия, отвлечь. Такой дом я хочу взять. Вот это я хочу взять, допустим. Вот его. И жить головоломку с лаги. Блять. Так, нормально. Ой, вообще на самом деле не нормально. Так, давай. Накрыться. Магия. Усмирение. Давай усмирим его. Но враг не устал. Так, опять шпаги пошли. Так, давай, действие. А, взять дом. Так, ты магия. Отвлечь. Так, я возьму вот этот дом. В Стиме не надо покупать, потому что он, если что, бесплатен, но будет без русского языка. Можно будет поискать русификатор, либо с торрентом. Так, вот, действительно, уже ответили. Алькай Майя в следующем ходу построит дом, домов меньше, блядь, все, уже язык заплетается. Мне кажется, я просрал. Похоже, игра, если закончилась. Вот у меня самое недвижимое имущество. Остановите бой. Вы победили. Получили 265. Пойдем по домам. Ну ладно. Наконец-то я выиграл. Ха-ха-ха. Айки части черви. Проиграть лучшему пирату. Престижные и смотрительные сами греться им власти гололюбками. Гололюбки, блядь. Господи, блядь, как же я читаю. Итак, ну, что сейчас будет? Пиздец сейчас будет, чувствую. Что? Ну, вы захватили больше домов. Так что, что сейчас будет? Ха-ха-ха, рад, что ты спросил. У вас нет никакого плана, не так ли? Рот свой заткнусь. А теперь ты пиши твой истинный облик. Давай. Во-ха-ха-ха-ха. Ты пищите, черви. Истинная сила правля карта. Давай. Черт. Все, ебанулся. Побери. Ха, точно, правиль такой же, точно, правиль также совместим с этим миром. Что ж, поехали, Крис. А, да, кстати, он же из прошлого мира. А, поехали. Дай, классный бой. Да. Да, я картаю. О, сейчас будет видеосъемка. Похоже, что поездка скоро закончится, Крис. Ах, тут камера. Стоит ли нам, ну, попозировать? Не позировать? Жест мира? Обнять Радзи? Грубый жест. Давай, обнимемся. Крис. Все.
как два братишки. Нас серьезно так сфотографировали. Давай продолжим путь. Засмущался. А ты собираешься меня туточки оставить? Вы даже мне фотокарточку не покажете? Не покажем. Наша личная, бля, карточка. Это была классная поездка, не так ли, Крис? Ну, хорошая, хорошая, все, хорош. Так, чё, куда теперь? Крис, а ты не задумываешься о том, что сейчас делает Сьюзи? Задумываюсь. Но тогда почему бы нам не закрыть глаза и не подумать об этом? Нахуя? Какая странная луна. Я никогда не видела ничего подобного. Этот мир? Я бы хотела, чтобы Дес его увидела. Кто здесь? Стойте! Что вы? Эй, вы не можете поймать того, кто уже пойман. Тын, тын. Птицын сейчас пойдет как герой. А, Сьюзи, ты спасла меня? Не привыкай. Ну, хорошо, я не буду. Крутая луна. А, ага. Но странно, не так ли, Дана, похож на бейсбольный мячик. Как мы вообще сюда попали? Нет, куда мы вообще попали? А, это, темный мир, замок злой королевы. Замок злой королевы. Тебе это просто снится? Что? Ох, верно, верно. Если ты здесь, то это точно сон, а? Ну, в смысле, настоящая Сьюзи меня, вероятно, и не спасла бы, верно? Возможно, вообще на меня плевать. А? Почему ты вообще так думаешь? Ну, ей на всех все равно. Ну, справедливо, конечно, но... У тебя не было мыслишек насчет того, почему Сьюзи никогда к тебе не лезла. Эх, все время. Может быть, потому что, когда она впервые пришла в класс, ты одолжила ей один из своих карандашей. Типа тупой, в виде конфетной трости или что-то в этом духе. Я даже учитывая, что он не был на вкус как конфета. Она, ну, запомнила твою улыбку и решила тебя пощадить, знаешь? Это, ну, слишком конкретное описание. Ага, да. Стой, ты хочешь сказать, ты съела карандаш? Ну, в смысле, послушай! Ну, она жрет мел, блядь, жрет карандаш. Как мне это купить? Можно просто воспользоваться додейшнлом. Будет намного даже проще. Значит, я тебя часто снюсь? Ну, а сейчас стримы у нас бесплатные. Не знаю, ждать или нет, но пока вот я в голосовании сделал в группе на такие серьезные проекты еще. Может, в них попробуем поиграть. Итак, надо бы своему проекту вернуться, ха-ха. Хорошо, Сьюзи, ударь меня своей секирой, и я проснусь. Постой-ка, нет, я не могу это сделать, последний взгляд просто. А почему нет? Это же сон, значит, ну, я это к тому, что ты не хочешь еще потусоваться. Думаю, Птицын подождет. Отлично, тогда давай валить отсюда. Все, что нам нужно сделать, это пойти к тому, вот сюда, на этот свет. Что это? Колесо обозрения в виде сердечка. Чего стоим? Кого ждем? Залезай уже. Извини. Погнали. В доту. Адольф, все хорошо с ним. Что я вообще должна сейчас делать? А, блин, Крис наверняка знает ответ. Показать пальцем, чтоб вылетели сердечки. Съесть мох. Съесть мох, блядь. А вообще, может, Крис не знает ответа. Так, колесо обозрения заставляет задуматься, для какой машины его собирали. Это совсем по-другому, нежели когда и Крис катались. Чё, не так? Высоты боишься? Нет, нет, я люблю высоту, ха-ха. Ты вся дрожишь. Ну, может быть, мне немного страшно, но я... Блять, ты заебала, ты всего боишься.
Честно говоря, мне на самом деле мне нравятся страшные вещи. Что ты имеешь в виду? Когда я была маленькой, мы с сестрой допоздна смотрели фильмы ужасов. Поначалу я плакал, но сейчас от их просмотра я будто бы чувствую себя умиротворённой. Блять, просто вот, все боится и просто пила, заебись, блять. Астрал, почему бы и нет бы? Умиротворённой? Мне все еще от них страшно, но я не могу их просто включить. Вот вы меня не заставите играть в хорроры, потому что, ну вот, только в крайнем случае, я не знаю, как вы меня будете на это убеждать. Я просто боюсь, я буду материться, просто орать, пищать, я клянусь, я боюсь всей этой херни. Сейчас же в основном на меня наводит ужас специализация, ха-ха. Ты могла бы просто сказать, что имеешь в виду меня? Ха-ха, ну да, может быть, но это как раз, ну, твоя хорошая сторона, понимаешь? Вот, хорошо, что это, блин, должно означать. Ты страшная, страшная, но в хорошем смысле. Ты не боишься нарушать правила, понимаешь? Вот бы мне смелости делать такие безумные вещи, как и ты. Сделать что-то чокнутое, сделать что-то безумное. Блять. Давай чокнутая. Так, ну, если бы ты могла сделать что-нибудь безумное, то что бы это было, я выбрал чокнутая. Почему эта игра, блядь, никогда не ждет мое мнение, блядь? Ну я выпрыгнула из окна. А? Это же сон, верно? Я просто отращу большие ангельские крылья и улечу настолько, насколько смогу, смотря на горизонт, сверкающий как праздничные огоньки. Это типа прекрасно? Погоди, ты же не собираешься всерьез прыгать, так ведь? Ха-ха, ничего не могу обещать. Сьюзи, о чем ты думаешь, смотря туда? Сказать что-то романтичное, сказать что-то клевое. Давайте, ну ладно, меня все равно пошут нахуй. Эники-бэники или вареники, вот, романтично. Смотря на все эти мелкие здания, чувствую себя огромной сьюзилой, которая могла бы разнести весь город. Ха-ха-ха, Сьюзи. Хех, чего? Ты часто думаешь о том, что будешь с Сьюзилой? Ну типа... Солгать. Ну, блять, не знаю, сложный выбор, солгать. Не, я это сейчас выдумала. Часто ли так двигается твой хвост, когда ты врешь? Несмотря на него, у меня нет хвоста, это часть твоего сна. А, точно, извини. Думаю, мне это также стоило проверить и в настоящем мире. Эй, не смей этого делать. Ха-ха-ха, Сьюзи, все в порядке? Слушай, я просто, я не особо люблю, когда кто-то о нем знает. Ну что ж, я считаю, что у тебя красивый хвост. Да, прям. Он виляет. Пиздец. Ты прекратила трястись. Думаю, мне уютно. Мне тоже. Что ж, это не было так уж и плохо. Да-да. Эх. Вот бы мне снились такие сны каждый день. Может, это не обязательно должно быть сном? Сейчас, Сьюзи? Может быть, нам как-нибудь... А, Птицын романтика, смотрим. Ноэль, моя миледи, прибыл кавалер, чтобы тебя спасти. Ой, хорошая часть сна подошла к концу. Бля. Все хорошо, Птицын. Нам поможет, мы союзники. Именно, не волнуйся, Ноэль. Теперь я тупой. Блять. Он хорош. Слушайте, я сейчас должна спасти мир, лады? Удачи тебе, Сьюзи. Хорошо, пацан, наггетс. Сейчас все зависит от тебя. Положись на меня, моя дорогая Сьюзан. Ага, как скажешь, да, прибудет с тобой умность. Блять. Блять, это заебись. Да прибудет с тобой умность, блять. А она ушла перед тем, как я смог. Ноэль, это тяжело говорить. Ты многое для меня сделала, и я... Ноэль, прости меня. Птицын, ты на самом деле извиняешься? Спасибо, я понимаю, знаешь,
Ты всегда был добр ко мне, когда мы были вдвоем наедине. Ты просто хотел создать для меня счастливый мир. Я рада, что ты осознал, что они были отстойным. Ой. А? Ну да, я тоже как бы извинился за это, но... Я также хотел извиниться за то, что напрасно тебя обнадежил. Что? Я знаю, что ты всегда меня выручала только потому, что, ну... Ты была в меня влюблена из-за чего? Чего, блядь? Эй, извини, пожалуйста, не смущайся. Это естественно, но я должен тебе сказать, что я очень сильно ценю нашу дружбу, ладно? Поэтому я считал нужным притвориться, что эти чувства были взаимны. Что? Ну я никогда... Более того, я думаю, что я смог... Найти для себя кое-кого другого. А? Прошу, не ревнуй меня, нихуя себе, это поворот, экшен, блять, то есть он в итоге на кого-то другого запал, но я чувствую это с Сьюзи. Прошу, не ревнуй меня. А кому? А к Сьюзи. Что? 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 Блять, я заебался, что? Блять, пизда птицы. Вот почему. Банзай! Пум! Гальзи, прости. Ну чё, скучали? Конечно, нет. Всего лишь шучу. Это был сарказм. Я по тебе скучал. Чел, нам нужно поработать над твоей подачей. Да. Ладно, пошли. Так, чё, сохранимся? Дует все снова вместе, но дует холодный ветер. А вообще-то не все. Вы наполнены определенной силой, мы двоих приебали. Сохранить. Файл сохранен. Так, что у нас получается по стриму? Сколько мы уже отстримили сегодня?